Приветствую вас, и я бы начал с анализа вашей интимной жизни, с того, насколько вы удовлетворяете свои потребности сексуальной супругой, и как супруга также удовлетворяет их с вами. Вот это ключевой момент, потому что ваша проблема происходит из-за того, что либо вы не получаете удовлетворения полного, либо чувствуете, что супруга его не достигает, либо вам не хватает разнообразия в личной жизни. То есть тут нужно просто сесть и вместе с супругой откровенно на эту тему поговорить. Только разговор поможет вам сохранить доверие друг к другу, понимание, желание доставить друг другу то самое удовольствие, то самое наслаждение, которое делает вас счастливыми именно в интимной жизни. Чтобы ни вы не страдали, ни ваша жена, чтобы не появлялось никаких комплексов и так далее. Если проблема останется, рекомендую обратиться к сексологу. На нашем ресурсе есть эксперты, которые занимаются данным направлением, они вам, я уверен, помогут. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.